Отец музыканта Кирилла Толмацкого, продюсер Александр Толмацкий, опубликовал в Инстаграм пост, в котором поблагодарил поддерживающих его людей и еще раз попросил прощения у сына. «Спасибо всем, кто эти дни был со мной рядом. Всем, кто вспомнил Кирилла хорошим словом. Всем, кто пришел с ним проститься», – написал продюсер. Он также поблагодарил свою первую жену Ирину за прекрасного сына, поблагодарил своего внука Тони, вторую жену Анну и их общих детей за то, что они есть. «Прощай, сынок. Прости, что так и не поговорили». С ним писали, что Дэнсель около 15 лет не общался с отцом. Ранее в одном из своих постов Александр Толмацкий уже просил прощения у Дэнсела, предположив, что мог быть плохим отцом. Он рассказал, что все попытки начать общение с сыном были сплошным провалом. Продюсер подчеркивал, что при этом его любовь к сыну была безгранична, и он гордился им.